Тунец консервированный с тараканами. Такую экзотику в Японии не оценили. Работу крупнейшего консервного завода пришлось остановить из-за маленького гостя, всего около сантиметра. Таракан обнаружили в банке с тунцом. Как насекомое туда попало, очередная восточная загадка. Теперь бедным производителям нужно встречать на своем заводе делегации из соответствующих ведомств с санитарными проверками, конечно.